Что с ним? Ну там очень неплохой, вот, вот например, что я из него взял. Нормал. А, теперь я тебя не могу, слышь? Водил у меня быстро. Давай вот сюда. А, ты не увидишь. Всем бы ГПшек хватило. Да? И... Отсюда. Вася, можно уже? Вначале, да. Го в это... Пацаны, вы кто на штурм лучше вводник сели? Потому что мы там... А вы что? У меня снайпер какой-то. Вы все снайперы? Нет, у меня одного снайпера. У одного... А 74-й, у другого 74-й старый с ГП. У другого 74-й с ГП. Все снайперы, я смотрю. Бля, нет, у меня безопасно. Ну, по словам Раздоника, все снайперы. Я сказал, что там... Хватит. У меня внезапно звук хлоп, и все, и нет. Звук. А мне гранат. У меня сейчас другой попал еще. Рано рано. Надеюсь, как нуклеер, надеюсь, не будешь впиливаться в забор. У меня какой-то нуклеер взорвал гранат. Последовательно? Да-да-да, тут. И сзади места высокие. А мы будем пешком туда бежать, да? Я машину ставлю. Откуда у них там БТРД? Договорились, мой. Так, Нати машина. Мы пошли, это прикрывать смысл. Все ушли. Азоник это! А с юг ровно в третий этаж, БТРД. Не могу. Третий этаж, понял, счет. Да. Слева, справа. Бля. Магазина нет. Там бегают? Да. Тараканы. Слева. Справа. Где лесенка? Где подъемные вот эти вот? Там бегают. Я повыше подумать. Никого не наблюдаю. Как же плохо моим рукам. Наблюдаю вход. От урал на 202. Прайс, погнали, проверим. Да я впереди. Иди походу. Пошли, пока не надо. Не забывайте, что не могут не выходить. У входа. Я не понял. Я убойника. Или нашего. Я жив. Да, вижу. Не с другой стороны от меня. Ну, автобуса кто? Упсалы. Руку вообще не отстрелять не могу.
похож, ты живой? Бежит справа от входа. Там собирается на вторую, на третью. Ко мне там кто сзади идет со мной, не приближайся сейчас. Кто вход идет, будь мне. Так, кто на третьем этаже из... есть в общем кто-то мелкий? Кинул гранату. Она... Обратка. Или это ГП было? ГП, ГП. Это разданик там был? Западный вход, не ГПшки. Давай же. Кто там бежит? Нам кто-то идет. Мне еще немного ГПшек осталось. Лучше не надо. В спину мне смотрите. Да хватит западный файт от ГПШ. Мы тут уже ходим. Поднялись. Сейчас кину гранату туда, проход. Вы уже внутри же, да? Да. Да. Это третий этаж кино. Стадиона, да? Будильник. Надо на круг этот пролить. Здесь бегали. Там вот на подъемах бегали. Там кто побежал на подъем, там бегал кто-то из рядов. Да ё-мо, я свой, чё, ничего не понял. Сорян, сорян, понял. Все территория. Там... третьего этажа кто-то перебежал, а второй. Северная сторона, где он с третьего на второй перебежал. Мы тут на северной стороне, Краснова. Вижу. Это где оцеп? Периметр с севера. Я, короче, стадион обойду. Стоят на дерище, там БРДМ. Смотрю. Стыд, там пихи. Ну и еще где-то тоже есть еще. С севера снайпер меня отрабатывал. Да, вот туда, ребята. Там прямо за три. Хорош. По-моему, слышал. На подъеме, пожалуйста. По западу пошли. Я бы ДРДшника нашел. Вроде. Иду чистить. Мы туда на водники не заедем в здание? Нет. Давно ты уже видишь. У вас медик есть? На западе. Сейчас я его захвачу. Мне кто-то с твой стреляет. Убирает на минус. Кто? Я кого-то. Где они сели? Да, вот куда их будешь там убрать. Ку-ку, мой мальчик. Привет, ПЗ. А что ты с вязкой делал? Я хотел его захватить, блин. Ну и как? Не получилось. Ну, меня я сказал своим, а может где-то там
залипали, сказал третий этаж, они на втором все еще такая. Так вот, я как тебя убил? Я когда вышел посмотреть, что это там жужжит, увидел дым, увидел тебя, увидел водник, начал стрелять по тебе, ты куда-то в дым ушел, стрельнул пару раз в дым и все. Дальше убежал. Кстати, а водителя второго водника с первого попадания вынес? Да. Которому колесо пробили? Ну, который класс стоит около стадиона по опору. Ну, это мой водник. Это я водила. С первого попадания как попал? Ну, колесо пробили это раз. Вообще полностью. Я не знал, что делать. Я начал по бокам карать. Потом второе сбили. А дальше уже меня вынесли. Я даже не повернуть успел, не выдержит. Это с чего мне снял? А, СКС? У бота отобрал. Колеса тебе с ПТРД. Да это вот так понятно. Потому что на воднике с СКС колеса нереально сбить. Да я 3 выстрела сделал, ты че, шутишь что ли? Нет, по мне сразу один почему-то пролетело. Ну, я сделал 3 выстрела. Один сначала в тебя ты отбежал, и 2 в дым. Не, я не отбежал. В машине сидел постоянно. Его в машине убил. Тогда хреново, знаешь. Хотя бы когда сервер выходит, статистику смотрю. Есть такая штучка. Смотрите, как это. Студент, беги. Беги. Вот и я упал. Студент. Хидо. Ты тут? Да. Я же сказал, противник рядом. А, я не услышу. Я даже врага не увидел. О, с Доник, а ты где умер? А, точно. Я спал. Ну да, один раз не спал. Убитый вами свои, а с Доник. Надо скринить.